Всем привет, я Валя Забияка. Сегодня мы находимся в городе Мытищи Московской области, где проходит чемпионат по бодибилдингу, бодифитнесу и конкурс «Мисс Бикини». Я своими глазами увидела, каким не должно быть бикини. Девочки выходили в ужасной форме, с целлюлитом на жопе, извините за выражение. Поэтому в следующий раз, девочки, когда вы себя претендуете на звезд в конкурсе бикини, пожалуйста, качайте ягодицы, поголодайте, я не знаю, что-нибудь сделайте. Сейчас Евгений Клочков нам расскажет свое мнение по поводу конкурса «Мисс Бикини». Жень, я слышала, что ты тоже немножко возмущался. Возмущался? Не, ну на самом деле это субъективный вопрос, и как любой зритель, там, то есть нейтрально относящийся, да, то есть к кому-либо из выступающих, тоже, ну, как-то возмущался, да, имея свое личное мнение. Ну, так же, естественно, и я смотрел и... То есть мне казалось, что объективно можно было расположить места чуть-чуть по-другому. Жень, ты как сам спортсмен, и возле тебя всегда очень много красивых спортивных девушек, как фитнес-тренеров, так и выступающих спортсменок. Вот ты видишь в сегодняшнем дне «Мисс Бикини», конкурс, который прошел, хоть одну подтянутую попу? И вообще форма хорошая была у кого-нибудь? Потому что я, на самом деле, не очень-то довольна. Ну... Валентин, на самом деле, если судить прям строго, да, то есть по всем канонам данной номинации, да, то, конечно, естественно, то есть нельзя выделить как, прям кого-то конкретно, кто-то более-менее что подготовился, да, сегодня. Ну, я не знаю, может быть, просто если судить о том, что статус турнира относительно невысок, кубок Московской области, может быть, на фоне этого девочки расслабились, в принципе, как и мужчины бывают, расслабляются и выходят как-то пройтись, не знаю, прожаться, может, перед какими-то основными турнирами. Может быть, из-за этого вот, и, ну, не столь ответственно подошли все. Вот я как раз сегодня эту тему хочу затронуть. Вот на твой взгляд, именитый спортсмен, даже взять себя, ты можешь выйти на чемпионат Москвы или Московской области в плохой форме? И глядя на этих девушек, я тоже бывшая профессионалка, понимаю, что ни за две недели, ни за три они еще не успели бы форму сделать. То есть если ты претендуешь на фитнес-модель, как можно выходить в такой форме? Вот скажи мне. Ну да, я с вами согласен. По-моему, еще так Саша Кадзоев выражался, да, что неважно, если ты выходишь там на Кубок Московской области, мне понравились его слова, там, на чемпионат России, надо судьям судить непосредственно по сегодняшнему дню. Да, то есть нельзя говорить о том, что если чемпионат там. Если то спортсмен уже имеет ряд определенных важных заслуг, и ему можно делать какую-то снисходительную большую скидку, да, на сегодняшний день. Нет, я с этим, естественно, тоже не согласен. Ну, по поводу ягодиц, да, ягодичных мышц, естественно, это одна из любимых частей как у мужчин, так и у женщин. Я имею в виду, если мужчины смотрят, да, на женщин, ему и девушки, и на мужчин. То есть, естественно, я, может быть, наверное, один из
так сказать, независимых экспертов в этой области, потому что обладаю, то есть, незаурядной, то есть, прокачанной ягодичной области, поэтому я, естественно, тоже обращаю на это внимание. И девушки очень часто забывают об этом и уделяют этому в последний момент именно внимание на тренировках. И на сцене, да, действительно видно. При повороте задом к сцене, к зрителям, то есть это все очень сильно как-то, ну, неприглядно выглядит. И сложно сказать, что эта девушка, например, да, заняла достойное место где-то на каком-то высоком престижном турнире. То есть на области, да, ее могут обходить действительно девушки, которые в первый раз выступают и действительно подготовились. То есть та часть тела, которая, вот, на которую судьи, зрители, естественно, обращают внимание, она почему-то упущена теми спортсменками, которые действительно должны были... На которых, да, действительно должны равняться. Вот. Поэтому... Качайте попы, девочки. А с вами был Евгений Клочков и Валя Забияка.